Здравствуйте, здравствуйте! Сегодня я попытаюсь сделать небольшой обзор на игру Outlast. Поможет мне в этом великий ужасный Гумыч, который сейчас наблюдает мое лицо по вебке. Вот. Я уже начинала играть, но я решила, что все-таки найти кого-нибудь второго, чтобы как-то улучшить процесс, скажем так. Ну и ничего. Ничего, поехали, короче, вот. Гумыч, ты еще тут? Нет, я там. Ты там, отлично. Так. А Гумыч будет тогда комментировать выражение моего лица, потому что я не стала делать, чтобы меня было видно, ибо это ужас. Это кошмар. Я совсем не паникую, совсем. Абсолютно. Нет, я... Разбитый шкаф сзади — это так, фигня, да? Я не паникую. Я не паникую. Блять. Ладно. Короче, я начала вчера играть. Нет. Так, первый кирпич пошел, фундамент заложен, это хорошо, ждем дальше. Твою мать! Боже мой! Как там что врубать? Я забыла! Я туда не пойду! Мама, я туда не пойду, как там включается! Как ты меня забыла? Я забыла, как все это врубается! Какую-то кнопочку надо нажать! Нет, никуда, господи! О, аллилуйя! Я забыла, что я нажимала. Да, все, доперла. Мамочка! Папочка, и я еду. Господи! Что за нахуй? Ну тут реально было это как бы вообще лай! Ну давай, давай, ты что канал? Вот сейчас будет, сейчас ничего не будет вроде как. По крайней мере, я смотрела обзор старый, там вот здесь вот только мужик сейчас шевелится будет. Ты сейчас все еще на стартовом меню, да? Чего? А, нет, у тебя микрофон сдох. Я слышно? Да. Так, вот я лучше тогда вот так буду делать. Ты меня не будешь наблюдать, но зато я ты буду... Ты можешь поставить, кстати, на монитор именно? Боже. Мамочки. Там навести кто-то... на монитор вебку можешь? Нет, лучше не надо. Ну хотя, ладно, хрен с ней. Вот так. Видишь? Ну, более-менее, да. Ну, окей. Отлично. А свет справа тебе тоже нужен? Вот так вот могу сделать. Да, Вов, заебись, давай. Боже мой, да ты издеваешься. Да нормально! Нет, я как бы вообще, я еще тот очканавт. И на меня сейчас кажется, что-то выпрыгнет стопудово, я просто буду жутко орать. Да ладно, ты сейчас по-любому скоро сможешь дом построить, если что. Да, я как раз поела перед этим, все окей. Боже мой, ну как оно же все резко выпрыгивает. Мать моя женщина. Зачем я начала Они тебя уронили. Ты упала. Да не болтай лучше, не болтай. Меня уронили. Что? Что? Не болтай, дай мне еще раз штаны это. Ой, штаны, дайте мне что-нибудь. О, господи, зачем я в нее играть начала? Дайте мне новые штаны. Да, дайте мне новые штаны. Ну, зачем в нее играть начала? Шикардос. Сама хотела нервы себе пощекотать. Шикардос. Ну, твоя игра сохранена, эй. Эй, да, эй, игра сохранена. Не, открывай. Ну, блядь, не открывай, значит. Мама мия, Гергуду. Ой, нет, я туда боюсь идти. Придет там. Там что-то было? А, нет, это было кровь. Не, слушай, я как-то это, я, короче, того. Того этого. Я очкую, успокойся. Да, как бы,
О, а, вот коляска! Сейчас, вот сейчас вообще коляска, да. Не, вот сейчас это вообще будет ржака. Вот здесь вот прям реально ржака будет. Сейчас. Та-дам! Тупики падают, да? Тупики полетел! Да! Ладно, скажи еще один тупик. А там больше нельзя, больше подачи трупиков больше. Супермена закончилась. Да, подачи трупиков больше не будет. Ого. О, видишь? Чувак. Чувак, полуживой. Дергается. Да не он дергается, это кресты его жопе дергают. Ну я хер его знает. Я боюсь просто теперь резко поворачиваться, потому что там явно что-то... Ты камеру-то поворачивай резко, только глаза закрывай. Ну, как вариант. Ага, тут закрыто. Тут закрыто, побежали наверх. Не, ну его нахер, короче. Может, я не буду играть, а? Ай-яй! Да, 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 вот сейчас... Я не успею сейчас, и вот сейчас мне будет опять, я буду сейчас кирпичи ложить. Сейчас. Не то. Нет, самый ад это когда ты подкрываешь. Нет, самый ад это когда я вообще вот это вот делаю. Мама мия. Да чтоб тебе плохо было. Интересно, да. как вообще разрабы до этого додумали? Я не знаю, как до этого додумались, но как бы кирпичей уже... Знаешь, мой дом полон кирпичей! Да что, я ж прочитала. Отчет, да, молодец. Вали оттуда. Ну, да как бы да. Смотри, это мои ноги. А, так вот как вы, мужики, видите, все. Почему там ничего нет? Ну ладно. Да, без двух бугорков. Да, без двух бугорков. Короче, я вообще хочу вот так сделать. Я останусь тут, да? Да, я останусь, я тут. Пошла игра нахер, я тут поживу. Чувак рядом есть, да? Да, все, есть чем питаться. Что? Ну ладно, нет, я все-таки выйду, наверное. Хотя не факт. Боже мой, зачем я на это согласилась? Да ладно, тебя беды, наверное, так заставляли прям. Да как бы я... Чё всё закрыто вообще? Знаешь, где-то сзади дверь. Я тебя боюсь реально резко оборачиваться. Вот это резко именно я оборачиваюсь. Боже мой. Беги, сука! Ай, мама! Походу тебе надо будет куда-то. Я сейчас опять буду орать. Господи, зачем я согласилась? Зачем я согласилась принимать этот гребаный торрент? Потому что я тебе увидел, тебе понравилось, и ты захотел его посмотреть. Флешка. Не, ой, я олень. Ай. Ай-яй-яй. Там что-то шевелится. Где? Я не знаю, там что-то шевелилось. А, тьфу, это я задела. Ну, давай наверх. Что, не можешь наверх? Ну, иди в жопу, если не хочешь наверх. Тут какие-то ноги, руки. Вообще, все замечательно. Мне кажется, ну, нормально, романтика, хули. Мне кажется, сегодня спать не буду. Там кто-то бегает. А, нет, это не бегает. Мама. Господи. Нет, я не хочу открывать. Зачем я открыла? Боже, там рука. Кто-то в туалет неудачно сходил. Увитнес? Ага. Ага, окей. Это свидетель. Что дальше? Я не знаю. Вниз невозможно спуститься. Там я хер его знает. Лифт не работает. Соображаем дальше. А, тут тоже закрыто, сколько я помню. Да-да-да, тут тоже закрыто. Мамочка. Так. Ой-ой-ой, что-то я сюда вообще как-то не жажду идти, конечно. Мама. Можно я поползаю? По полу. Я истеричка, боже мой, можно. Мама! Я не хочу сюда заходить! Я сделаю вот так.
Да, нормально. Ладно, хер с ним. Кажись мне туда. Готов, сейчас я буду, короче, кирпичей делать. Ай, все, слушай, я сейчас реально сейчас буду просто от экрана отпадать. О, нормально, чувак, инвалидка, давай к нему. Я и пытаюсь, но мне кажется, мне сейчас будет кобзда. Давай, давай, вперед, тут нигде в двери нет. Поговорите, не знаю, там. А я не знаю, нельзя с ним поговорить, он что-то болтается. Почему у меня ни оружия, ничего нету? Вообще, я бы всех тут порезала нахрен. От создателей, Слендера, блин. Да нет, скорее всего, другая компьютера, я не помню. А, вон они. Господи. Ребята, привет. Ребята. Он тебя не видит. Ребята, ау. Привет. Он втыкает зомбоед. Что такое? И чё ты от меня хочешь? Овощи, овощи сидят кучкой и пялятся в пустой экран. Вы выглядите как пациенты. Они пережили то, что здесь произошло, но похоже на чердаке у них совсем пусто. А, овощи! А, вот это овощ! Угу. Это овощ какой-то погрызанный весь. Ну, это наш нормальное, самое обычное новогоднее состояние. Да, вариант. Только у меня звук как-то накаляет немножко. Нормально. Чего он так прыгает? Херово. Меня этот звук как-то очень пугает, я так скажу. И куда мне идти? Из этой комнаты, по идее, это должен быть выход. Ну, как бы я ничего и не наблюдаю. Я слышу просто этот ужасный звук, который мне действует на нервы. Куда мне идти? Ну вот вперед, да. Но вперед куда? Вот вперед. А, стоп, туплю. Бывает. А вот тут, мне кажется, я сейчас буду это как бы. Ну да. Мама! Завод по кирпичам откроет свое действие. Господи, я реально оборачиваться боюсь. Пропуск, хе-хей! Хе-хей, пропуск, хе-хей, почему все в дыму, хе-хей? Ребята, почему все в дыму? И чё? И чё? Окей. Что за звук, почему все в дыму? Они там накурили. Ай, да я реально, я сейчас, я не знаю, я сейчас в таком напряженном состоянии, что мне кажется, просто возьми... Так, я взяла какой-то пропуск. Ну, нормально. А что он мне дает? Можно будет потом задницу потереть. Карта доступа диспетчерской службы безопасности. Знаешь, по идее, тебе это тоже диспетчерская служба безопасности. Да смешно, а где она? Там. У тебя карта какая-то есть? Побежали, короче. Господи! Боже мой, куда мне бежать? Иди ты в жопу! Камеру поправь, ёпты! Какую камеру? Идите вы все в жопу, камеры со своей! Какая где диспетчерская? Какая диспетчерская? Он у меня выпрыгнул! Идите, идите все в жопу, мамочка! Ань, поправь камеру, ёп! Да ты подожди, вот так? Ещё левее. Куда левее? Вот сюда? Вот так, да. Господи, диспетчерская, окей. Что он за пазл такой вообще? Как так можно просто выскакивать на людей? Где диспетчерская? Может, снизу, я хер его знаю вообще.
Не врет. Ну да. Там какая-то он вебка снимает всех. Вы можете обернуться на бегу? О, прикольно. Только если я так, резко обернусь как-нибудь, то я как бы... Рожу на место, да? Да, походу. Так, где было что-то похожее на диспетчерскую? Ну попробуй. А, вот оно! Мама, я боюсь... Подожди. Закройся лучше. Ой, закройся. Так, я просто от паники путаю клавиши. Я видел труды, которые, возможно, на тебя когда-то нападет. Я тоже это видела. Так, выключим этот и будем снимать. Так, поснимаем. Типа я что-то снимаю. А, вот клавиатура. Да, да. Это разорвавшая клавиатура, ты к тебе домой. Да. Стоит кофе еще. Ребята, полегче. О-о-о-о! Смотри. Ой! О, сохранение, это хорошо. Там кто-то шевелит. Ёб твою. Твою мать! Да! Что я делаю? Боже мой, что это было? Так, походу тебя убили, тебе надо как-то от этого дебила избавляться. Да, мне просто нужно будет бежать, я поняла. Я сейчас просто побегу. Вот он сейчас выходит, а я сейчас просто побегу. Вот он идет. Аллилуйя. Ну давай. Какой ты милашка. Забыла, как из двери выходить? Я не знаю, что он... Что это было вообще? Тебя глаз фулл за точкой заумил. Да походу. Реально с фулл. Я как бы не знаю, я подергалась, В окно выпрыгнуть? Да походу нет. Нет. Я не могу выпрыгнуть в окно. Ничего. Господи, не могу выпрыгнуть в окно, я никуда не могу деться. Нет, ты понимаешь, что нужно бежать, только я, короче, немножко... Побежали! Короче, идите в жопу! Он мне голову отрывает! Он тебя быстро ловит! Короче, все, пока я не узнаю, что мне...